Привет! Кто смотрел фильм «Иллюзия обмана»? Так вот, мы сейчас сообразим трюк покруче, чем в том фильме. А именно, предскажем исход матча Португалия-Уэльс, который состоится 6 июля, с помощью вот этих двух телевизоров. Правила просты. Кто считает, что победит Португалия, ставит лайк. Кто считает, что победит Уэльс, соответственно, дизлайк. Все очень просто. Хочу вам, кстати, еще немного магии показать. Если вы нажмете курсором мышки на название одного из этих телевизоров, вы попадете на обзор. А там супер. Кстати говоря, у нас тут конкурс для тех, кто не знает. Мы за день до финального матча Евро-2016 разыграем два телевизора среди подписчиков данного канала и два холодильника среди подписчиков нашего бытового канала. Все ссылки и детали в описании. Я думаю, что все уже все нажали и все проголосовали. Просто тогда уже напишите в комментариях, с каким счетом, по-вашему, закончится этот матч и почему. Все, я все сказал. Всем евро и до следующей игры. Пока!